Сёма! Сёма, что вы пялитесь на меня, как улитка на паровоз? Ну что, я вам сказал что-то такое, что не помешается в вашей голове? Хорошо. Я готов повторить для вас еще один раз, чтобы вы услышали и запомнили. Чтоб к вашим двум коротким извилинам прибавилась одна длинная. Женщины, Сёма, созданы для того, чтобы вставлять мужчинам, а не наоборот. Я не об этом. Не смотрите себе на брюки. Я не об этом. Ведь мужчина — это не только то, чем наградила, который достояла до мая. Такой же желтый, лысый и сухой. И те шары, которые еще висят. Выглядят ненужно и глупо. Да-да-да, Сёмочка, эти женщины ходили за мной строем в колонну по три. И когда я останавливался покурить, они маршировали на месте. Я был в своем городе даже популярнее, чем вот эта пластинка, без самой муж. А почему? Разве не потому, что я был урод? Именно почему я был красавец. У меня всегда плечи были шире, чем у их бедра. Сёмочка, у меня была вот такая походочка. Этот ваш Майкл Джексон в сравнении со мной просто одноногий пингвин. Сёма, у меня были мышцы, бицепсы, трицепсы. Полтора цепь. Это сейчас я, извините за откровенность, пукнуть не могу без сотрясения мозга. А вы бы поглядели, как 35 лет назад я бежал 110 метров с барьерами, с гирами, с завязанными глазами, задом наперед, на ташах. Сёма, вы что думаете, что я что-то преувеличил? А мне вас искренне жаль, потому что я преуменьшил. Так вот, Сёмочка, дорогой, в отличие от вас, я за собой следил. И не заряжался теплой водкой по вечерам. И не поливал газоны вчерашним пивом. Я делал гимнастику по утрам, потом шел на работу, делал две нормы. Потом шел к подруге, делал три. Знаете, какой у меня был девиз? Могу, умею, хочу и буду. О нет, я совсем не был развратником просто. Я очень любил любить. И те женщины, которых я это делал, ни в чем не могли меня упрекнуть. Хотя иногда они упрекали друг друга. В 64-м году, помню, была даже дуэль. Они дрались на моем балконе. Лена с веником против Сары с кактусом. Я никому тогда не дал победить. Я разнял их ведром холодной воды, помирил бутылкой кинзмарули. И ушел к Юле. Вот такими синими глазами, рыжей челкой, душа в душу. Мы с ней прожили целых два дня. Потом была Тамара с Питера, Наташа, Суфи. И удивительная девушка с Алматы, Закадык Налиева. Сёмочка, я с вами говорю не про это. Но про то, что лучшие годы, как бы их ни было много, пройдут. И все количество подруг не обязательно перейдет в качество. Вам просто нужно знать, что счастливый конец – это не медицинский термин. А философский. И что важно найти ту одну, которая заменит их всех.
Сколько времени уже? О, 10 часов. Мое время кончилось, ваше начинается, я пошел. Мне пора, меня уже здесь давно нет. Ну вы все ищите, ищите, ищите. Женщин. И пусть вам будет.